И снова всем привет, с вами я, Диончик, и сегодня я вам покажу, как же вывести из балалиста в игре My Singing Monsters. Поехали! Для начала вам нужно понять, что из балалист это монстр из четырех стихий. То есть, чтобы его получить, вам нужно скрестить все четыре стихии. Выводится из балалист только на острове растений, нигде больше. Из радости у балалиста это мамонт, развивающийся флаг, гитарева, а также секретная радость. Это башня Бабьи. Избалалист это один из самых прибыльных монстров My Singing Monsters. Потому что он дает нереально много монет. То есть давайте посмотрим. На 10 уровне при 100% радости он дает целых 192 монеты в минуту. Также максимально он может давать 89 тысяч. Итак, ребятки, сейчас я вам расскажу комбинацию. Комбинация, чтобы вывести избалалиста, это Тирокс плюс Вершок. Потому что это самая крутая комбинация. Шанс выведения из балалиста равен почти 100%. Поэтому пытайтесь выводить его. Также напоминаю, что вы можете зажечь факела, чтобы шанс из балалиста повысился. Один факел равен 1% шанса успешного выведения из балалиста. Поэтому пытайтесь, а я пошел.